Друзья, всем привет! Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик досрочно стала победительницей Гран-при по шахматам в Гибралтаре, не потерпев ни одного поражения. Итак, в Гибралтаре близится к завершению этап Гран-при по шахматам среди женщин. Остался один тур, однако победитель уже известен. Досрочно престижные соревнования выиграла казахстанка Жансая Абдумалик. В предпоследнем раунде Абдумалик встретилась с Екатериной Лагно из России. Партия завершилась в ничью. Этот результат позволил казахстанке записать в свой актив еще 0,5 балла. В общей сложности по итогам 10 туров в активе Жансаи 8 очков. Отрыв от ближайшей соперницы Марии Музычук из Украины составляет 1,5 балла. Даже в случае своего поражения в 11-м раунде Абдумалик уже недосягаема для соперниц. Таким образом, она досрочно стала победительницей турнира. Стоит отметить, что в пассиве спортсменки нет ни одного поражения в Гибралтаре. Она единственная, кто не проигрывал на этом этапе Гран-при. Туром ранее она стала автором исторического для страны достижения. Шахматистка, благодаря своему успешному выступлению на столь масштабных соревнованиях, смогла выполнить норму мужского гроссмейстера. Она стала первой казахстанкой, а также представительницей Средней Азии, кому удалось это сделать. Жансая Абдумалик досрочно выиграла турнир в Гибралтаре. В предпоследнем туре заключительного этапа женского Гран-при ФИДЕ казахстанка сыграла в ничью с Екатериной Лагно из России. Такой расклад позволил нашей шахматистке стать недосягаемой для соперниц. Сегодня Жансая сыграет с Анной Музычук из Украины. Ранее Абдумалик стала первой казахстанкой и первой представительницей Центральной Азии, получившей звание мужского гроссмейстера.